звонок принимаете, и здесь автоматически, ой, второй идет параллельный звонок, вы не успеваете принять. Ну, мы стараемся максимально и тот телефонное сообщение принять и зарегистрировать свое время. Внедрена система «Видеоэксперт», которая позволяет подключение систем камер видеонаблюдения других модификаций. Имеется функция распознавания государственных номерных знаков. Программное обеспечение, определяющее местоположение сотовых абонентов с точностью до базовой станции, что ограничит количество ложных вызовов и способствует оперативному поиску местонахождения потерпевших. На сегодня в центре оперативного управления отдела полиции используется 17 технических систем. С помощью них за 10 месяцев текущего года было выявлено 4323 нарушения и раскрыто 11 преступлений. Арманбек Баймурзин, начальник департамента полиции Акмолинской области, выразил волонтерам благодарность за социальную ответственность, активную гражданскую позицию и содействие органам внутренних дел. В преддверии празднования Дня первого президента Республики Казахстан хочу поблагодарить и отметить наших волонтеров за совместную плодотворную работу. Спасибо вам за ваш труд. Департаментом полиции Акмолинской области обеспечивается тесное взаимодействие с волонтерными организациями, движениями Акмолинской области. Совместно с волонтерами осуществлены различные профилактические мероприятия, в том числе рейдовые мероприятия по уничтожению надписей и граффити рисунков с адресами сайтов, рекламирующих наркотические средства. В свою очередь, волонтеры заявили о постоянной готовности помогать органам правопорядка. Они планируют продолжить сотрудничество с полицейскими области. Выдавали маски людям для обеспечения карантинных мер. Помимо этого, мы занимались таким проектом, как «Наркотикам нет», где выявляли наркотические надписи, а затем их уничтожали. Аслан Абуталипов, Руслан Вотин, Шокан Толкиев, Кукши Акпарат.